Друзья, всем привет! На попе ровно не сидели сегодня. Вот что у нас получилось. Короче, опять лепили конфету. Да, есть хай-тек, а у нас хай-так. Ну что, смотрите. И вот это, там он, результаты жизнедеятельности до сих пор лежит чуть-чуть. Вот сюда до угла и потом прямо в забор. И все, и собакин не будет сюда больше гадить. Там ему оставим чуть-чуть места. По-моему, прекрасно. Да, собакин? Ой, это все бачура. Вот такое. Иди, иди. Да, ух ты, какие эти. Глаза верные. И нос кожаный. Сейчас пойдем погуляем. Да, да, да. Сейчас пойдем. Молодец. Сымик. Сидит что целый день тут. То гулял. Хмурый. Ты хмурый. Ух ты, мордочка. Няшная. Пойдем погуляем, Сымик. Ой, немножко подустали. Скоро зацветет жимолость. Уже почки такие понабухали у нее. Друзья, на улице тихо и тепло. Люся здесь. Маша, он выгреб откуда-то там. С той стороны. А, это Пуня. 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 Соседи убираются там что-то. Ветки какие-то. Не будем им мешать. Как утворят. Нас и тут неплохо, да? Эх ты, морда. Ух и баюн, а. Котофей. Тут мой ребенок топором сегодня даже он клинышки зачищал. Даже сегодня шуруповертом крутил. Вот такое навыки. Овладевает, то есть инструментом потихонечку. Хотели завтра все это дело доделать. Ну, не получится. Завтра у нас небольшое мероприятие. А точнее... У меня день рождения, поэтому, друзья, сегодня небольшая там предподготовочка. Вот, друзья, смотрите, сходит, щавель. Посадили щавель, и он там потихонечку сходит. Поэтому будем борщ кушать зеленый со щавлем. Здесь он маленький. Маша. Так. Ах ты ж. Ах ты ж такая, как вот только уже ты мой говорил. Собакин. Собакин мой. Эх ты. Соседи там что-то вышло. Мама соседа. Хорошие люди, уважаемые. Мама, уважаемый человек. Так, ладно, друзья. Посмотрим, что у нас здесь. О, красиво как. Все это лесное. Пойдем отдыхать. Умаялись. Завтра будет веселый день. Остаемся на связи. Всем мира, добра. Всем пока.